Девчата, доброе утро. Утро у меня начинается с бассейна детей, от их пищания и прыгания. Ну, как говорится, всему свое время. Мы вот с мужем сейчас чаек пьем на улице. Не накрашенный, в свободной форме. Да, покрасился с утра еще. Всему свое время. Сегодня мы на вакейшене, завтра трудимся для Бога. Я тоже в Харупеле все делали, там помогаю. Я знаю, у нас даже в Спокене, в церкви. Ну, хотя отзываются девочки, если надо. Но тоже не так, вот как мне казалось, как будто раньше. Вот, так что у меня пока бодрый дух, веселое настроение. Каждый день нужно придумать новый пляж, куда поехать и где мы еще не были. Но знаю, что скоро так закончится, не будет, поэтому наслаждаюсь моментами. Вот, так что хорошего всем дня, солнечного, теплого, любите друг друга и своих близких.